Что? Что ты сказал, я не понял. Я знаю, что это такой кружок. Его можно бить и бить. И он разобьется, и из него что-то вылезет. Он выглядит вот такой длинный, там он очень сладкий, и его все едят. Даже его можно покупать. Это ремень такой. Ну, его носят, чтобы джинсы не спадали. Кафтан? Это кофточка, чтобы не было холодно. И их одевают летом. Не понял. Я думаю, что там такая, как бы, жилеточка. Такая часть одежды. Ну, это такая кофта с большими такими рукавами. И она вроде там до колен. Это такая верхняя одежда, вроде в старину была. Ты очень плохо говоришь. И тебе поэтому не понимаю.